что, Коксик, скажешь? Ну что, отлично. Еще разок стукнуть или достаточно, а? Ну, я думаю, достаточно. Хотя, знаешь, на всякий случай стукни еще разок, последний. А, хорошо. Сейчас. Так. Ну, теперь точно все. Давай, слезай. Я тебя страхую. Хорошо. Сейчас. Так. Давай. Сейчас. Вот так вот. Ой. Коксик, а по-моему, это неплохо получилось, а? Да какой там неплохо, что ты говоришь? Да. Прекрасно получилось, просто красота. Даже, знаешь ли, не хочется портить этот замечательный гвоздь какой-то картиной. Не, Коксик, это ты зря. С картиной этот гвоздь еще красивее смотреться будет, да. И потом, это не какая-то картина, а Шунина картина. Ну, так и быть. Пускай будет и картина, я не против. Ну, картина-то хороша. Хороша. Только я опасаюсь, как бы она... Ой, осторожно, Коксик. Твой замечательный гвоздь не загородила. Да. Ну, пусть загораживает. Мне для Шуни ничего не жалко. Не? И потом, дело ведь не в гвозде. Да. А в чем же дело? А в том, что Шуня, когда будет смотреть на эту свою картину, всегда будет нас вспоминать, даже когда нас рядом нет. Точно! А может, даже гостям будет ее показывать и говорить: эту картину повесили здесь Зубок и Коксик. Мы молодцы. Да, мы молодцы. Кстати, Коксик, что мы размечтались? Дело-то стоит. О, действительно, давай скорее ее повесим. Так, давай. Ты залезай на лестницу, а я тебе подам картину. А почему это я? Ну, а кто же? Я это, гвоздь заколачивал, а ты картину повесишь. Не пойдет. Раз ты заколачивал, то ты и должен вешать. А почему это так? Почему все я? Ну, ты же уже с этим гвоздем хорошо знаком. На лестницу уже освоился. Значит, у тебя лучше получится. Да. Коксик, ты это не выдумывай. Если тебе лень залезать на лестницу, то так и скажи, мне лень. Мне лень? Да я самый неленивый кот на свете. Я на лестницу всегда рад залезть. Я однажды целый день на лестнице просидел. Ха. Да. Одно дело сидеть, а другое дело картину вешать. А может, ты трусишь, боишься, а? Боишься с лестницы свалиться, так? Так, Зубок, я попрошу тебя больше таких оскорбительных слов мне не говорить. Я не трус, не лентяй. Просто мне кажется, что картину должен вешать ты. Кто начинал, тот должен и заканчивать. Да? А как же дружба? Как взаимовыручка, а? А дружба никуда не денется. Я рядом с тобой и всячески тебе помогаю. Вот здесь, внизу. Если ты начнешь вдруг падать, то я тебя обязательно попытаюсь поймать. Ты только попытаешься? А я надеялся на тебя, как на самого себя. Я уверен был, что ты меня поймаешь, а ты, оказывается, Ой, перестань, Зубок, если б не я, ты бы на лестницу даже бы и залезть не смог. Да уж. Здравствуйте, друзья. Что, я потом такой беспомощный, что ли? Абсолютно беспомощный. Коксик, Зубок, вы меня слышите? Что? Антон, здравствуй. Здравствуйте. Антон, здравствуй. Нет. А мы тебя и не заметили. Да, я вижу. Мы, понимаешь, мы тут сильно заняты. Да, заняты. Чем же? Ну, мы вот картину вешаем. Картину. А, картину вешаете. Ага. А мне показалось, вы спорите. А, так спорт как раз по этому поводу. Да, мы это вешаем картину и по ходу дела слегка поспорили, кто что делает. Вот Коксик не хочет на лестницу лезть. О, опять? Не в лестнице дело, а в гвозде. А, в гвозде. Так ведь гвоздь кто заколачивал? Я. Коксик, Шуня скоро придет. Я. Кто ему молоток подавал? Он, знаешь, какой тяжелый молоток-то. Зубок, если вы не прекратите свой пустой спор, вы не успеете повесить картину. Знаешь что, Коксик, про молоток я лучше тебя знаю. Я ведь им-то гвоздь и заколачивал. Ты что, не видишь, что ли? Не видел, а? Похоже, картину придется вешать мне. Я им заколачивал, а за тебя
Между прочим, я переживаю, знаешь, как, если картину повешу, то потом никто не скажет, что, мол, эту картину повесил Коксик и Зубок, правильно? А все будут говорить, что эту картину повесил Зубок, Вот не будут, потому что всем понятно, один маленький Зубок никогда бы такую огромную картину повесить не смог бы, если бы ему Коксик не помогал. Друзья да мои, вы можете уже прекратить свой пустой спор. Ну как, мы же еще не доспорили. Не доспорили. Вот. Но картина уже висит. Как? Как? Когда же она успела? Как она сама-то без нас? Антон, вот ты ее повесил? Ну да. Я подумал, что вы таким важным делом заняты, спором. Вы не успеете повесить до прихода Шуни. Ой. А почему ж ты нам не сказал, что Шунь-то скоро придет? Ну как, я говорил, но вы были так заняты спором, что не слышали меня. Вот. Из-за спора этого. Теперь Шуня никогда, глядя на картину, не вспомнить, что это мы ее повесили. А разве это так важно? Главное, что картина уже висит, а кто ее повесил, это, как говорится, дело десятое. Эх, зря мы, выходит, спорили. Получается, надо было не спорить, а взять да и повесить картину. Ну, конечно. А то вот ведь как получилось. Вы столько сил потратили на то, чтобы выяснить, кому вешать картину, что на само дело уже ни сил, ни времени не осталось. А ты, Антон, молодец. Вот взял и повесил. Да, молодец ты, Антон. О, Антон, только ты картину немножко криво повесил. Да? А я не заметил. О, так это сейчас подправим так, Зубок. Что? Да. Не, лучше я. Хотя нет, я не достану. Антон, можно тебя попросить? Правый уголочек чуть-чуть повыше. Пожалуйста. Так. Вот так? Еще чуть-чуть. Еще? Нет, теперь левый повыше. Да, теперь левый. Так. Вот, еще. Еще? Еще. Ну-ка. Так, не, обратно правый. Обратно правый. Так. Стоп, стоять, Антон. Получилось ровненько. Ну вот, молодцы. Вдвоем мне помогли, мы вместе повесили картину. Ой. Фух. Вот теперь можно прощаться с ребятами и ждать Шуни. Вот Шуни будет сюрприз, да, Антон? Да, конечно. До свидания, ребят. До завтра. Всего вам доброго, друзья. Ангела-хранителя. Детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях.